он съел пластмассовую клубнику. Boys and Toys. Всем привет, кто у экранов сидит? Это Boys and Toys, Артур и Давид. И сегодня мы будем открывать конструктор Маша и Медведь. Огород. Play Big Blocks называются эти конструкторы, у нас уже несколько есть. Сейчас мы этот соберем, а потом объединим с огромным домом Мишки и еще двумя другими конструкторами. Ну что, давайте скорее приступим к этому. В описании, конечно же, будут ссылки к другим видео, где мы собираем конструкторы Big Blocks Маша и Медведь. Тут есть персонаж Маша. В наборе есть овощи и ягоды, клубничка и морковки. Ну что ж, приступим к сборке. Я думал, только тут один персонаж, а тут еще есть и заяц. Ну что, это заяц, да, с наклейкой, да, такой? Да. Наклеим. Давай, сделаем это. Вот, вот такой заяц. Кстати, в Машином бассейне в другом наборе вот такой персонаж есть. Да, пингвин. Пингвинчик. Ну что, давайте объединять полностью все наборы. Да. Вот это да! Какой у нас мир уже! Мир Маши и Медведя, да? Поэтому можно смело сказать, как Диснейленд такой. Да. Маша-ленд! Да, просто великолепно! Это 4 больших набора, которые мы собрали вместе. И теперь есть здесь что? Домик Мишки, потом бассейн Маши, огород Мишки и огород Маши. Да. Маша, если выращивает ягоды, морковки, там зайка к ней прибегает, то у Мишки огород — это пасека. У нас получилось 3 медведя и 3 Маши. В бассейне Маша вот такая. Да, голубого цвета руки, да, у нее получается. А когда она и в домике? В домике обычного цвета руки. Наша версия сказки «Три медведя». Кто ел мой мед? Кто купался в моем бассейне? Кто ел мою клубнику? Кто пил из моей любимой чашки? Кто спал на моей постели? Кто читал мои книжки? Это я даже себе не позволяю. Кто ел мое варенье? Это я! Это я! Это я! 3 Маш мы точно не вынесем! Мишка, давай поиграем! Ой-ой-ой! Спасайтесь, кто может! Какие-то пугливые попались. Дорогие друзья, пишите в комментариях, любите ли вы мультик «Маша и Медведь». Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет. Но неважно почему, лайк поставьте все ему. Всем пока! Пока! Boys and Toys.